Приветствую вас, друзья, с вами Светлана Быкова. Сегодня я говорю о компании Kairos Technologies. Это одна из нескольких компаний, откуда поступает мне доход. В новостнике номер один, где собраны короткие новости по всем моим компаниям, проектам, я говорила о том, что я поставила на вывод первую сумму денег. Обналичивать в компании деньги можно через платежную систему ePayments. Я показывала, как я заказала карту. И вот сегодня, не прошло из двух недель, то есть прошло вообще 9 дней, как я получила карту. Коротко напомню, что компания Kairos – это единственная компания с серьезным продуктом в области IT-технологий, которая платит нам за то, что арендует часть дискового пространства нашего компьютера. Как это выглядит? Это вот такая программка, вы видите на моем рабочем столе, которая работает и работает. Я включаю компьютер, включаю ее и занимаюсь своими делами. В течение дня она работает совершенно, мне не мешает. 10 часов с небольшим отработала, я ее закрываю. И каждый день я при этом получаю средства. Это единственная компания, которая позволяет вновь зарегистрировавшимся и вошедшим в компанию людям получать уже доход с первого дня. Сейчас я зайду в свой кабинет ePayments и покажу вам, как я заказывала карту, чтобы не быть голословной. Вот я в своем кабинете ePayments нахожусь. Эти деньги внутренним переводом были переведены ко мне из компании Kairos Technologies. Я заказала карту себе за $35. Было два варианта заказа: бесплатно, обычной почтой, и с курьером. Я не помню, сколько там стоило, по-моему, $60 или что-то вроде этого. Я заказала обычный, но думаю, сейчас месяц-полтора придется ждать. Вот прошло, 5-го я заказала, сегодня 16-е, позавчера 14-го я получила. То есть день, 9 дней всего прошло, карта у меня уже дома. Вот так надо работать, а не так, как в некоторых проектах. Итак, смотрите, я сделала фотографию карты, покажу вам сейчас. Вот письмо, вы видите, здесь сфотографировано, я получила. Еще на карте наклеена бумажка, что ее надо активировать. Конечно, тут номера я закрыла, имя, фамилия мое и срок действия до августа 2018 года. Отличная компания, отличная возможность дохода, даже если вы не строите структуру, получает доход здесь каждый день от работы программки. Это так просто сказано, от аренды дискового пространства вашего компьютера. Зачем эта аренда? У меня есть отдельные видео записаны, где все об этом рассказывается. Сегодня тема получения карты. Активирую карту, переведу на нее деньги и спокойно буду обналичивать. Никаких проблем, все просто и легко. С вами была Светлана Быкова. Обращайтесь по этому вопросу ко мне в Skype. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новостей. Всем спасибо и успехов. До свидания.